Неважно, что скажут другие. Забудь. Ты сам выбираешь, какой нужен путь. Жизнь дарит Всевышний один только раз. Случайных нет встреч в ней и лишних нет фраз. Не жаль ее тратить на ссоры пустые и всех убеждать, что вы неплохие, пытаться понравиться и угодить. А жить? Вы скажите, когда будем жить? Вам важно, что скажут другие о вас? Зависит ли жизнь от дерзких их фраз? Их мнение свято, они идеальны. Глаза приоткрой, посмотри, что реально. Родные, семья, друзья и работа. И каждая новая ваша суббота. Улыбки и смех, иногда и усталость. Вот это все важно, другое лишь малость. Ведь нет черновых вариантов, увы. Решайте сейчас, они или вы.